Добрый день, дорогие друзья, с вами Никита, компания Arbat Homes. Я по вам очень соскучился, давно мы с вами не виделись. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео, так как они всегда интересны и информативны. Мы приехали на пляж Клеопатра, это, наверное, самое крутое место в Алании. Много о нем уже говорили, повторяться не буду, просто подчеркну, что мы на пляже Клеопатра. А приехали мы для того, чтобы показать вам комплекс, в котором продается квартира. В своем роде это уникальная продажа, замечательная квартира с интересным дизайнерским решением. Очень красивая квартира, я вам сейчас ее покажу. А самое главное то, что комплекс находится всего в 200 метрах от пляжа Клеопатра. И 2-3 минуты времени у вас займет для того, чтобы пешком пройтись и попасть на набережную, попасть на этот замечательный пляж. Также хочу обратить ваше внимание на то, немного забегу наперед, что покупка данных апартаментов, с которыми я вас познакомлю немного позже, это очень выгодная инвестиция, очень хорошее вложение, так как в силу своего расположения пляж Клеопатра, одна из центральных улиц, огромное количество заведений. А хорошая инвестиция это потому, что месторасположение комплекса очень замечательное. Рядом пляж Клеопатра, пятый раз говорю уже про него. Огромное количество магазинов, ресторанов, кафешек. Находится комплекс на одной из центральных улиц. И в силу всего этого, это очень популярный комплекс для сдачи в аренду. Он пользуется огромной популярностью. И став хозяином апартаментов, у вас проблем с сдачей аренды не будет вообще, от слова совсем. Что ж, друзья, мы с вами зашли непосредственно в квартиру и сразу попали в очень просторный коридор, в котором можно увидеть большой просторный шкаф, но коридор настолько большой, что при желании, хотя необходимости я лично не вижу, можно поставить еще один, либо поставить какую-то табуретку, какую-то фурнитуру, чтобы удобно было заходить в квартиру, разбываться, обуваться и так далее. Сама квартира имеет планировку 2+1. Общая площадь ее 130 квадратных метров и включает она в себя две спальни. Одна спальня с огромной большой двуспальной кроватью размером king size и одна спальня с кроватью немножко поменьше, также двухспальной и диваном, который раскладывается. То есть количество спальных мест в этой квартире очень большое и при желании здесь может остановиться большая семья. Также в квартире есть два больших балкона, один из которых находится в гостиной. То есть, вот находясь в гостиной, сидя и обедая, мы с вами можем наблюдать панорамные стекла и выход на балкон. Гостиная, совмещенная с кухней, как вы сами можете увидеть, включает в себя наличие всего необходимого. Техника, мебель, стаканы, посуда, столы, стулья, все, что нужно для проживания, все здесь есть. То есть, для переезда сюда вам нужно только желание, ничего докупать вам не надо. Вот мы попали на тот самый балкон с гостиной, с которого открывается замечательный вид в две стороны. С одной стороны вид на горы, с другой стороны вид на море. Кстати, можно увидеть, что до моря здесь буквально 100-150 метров. Сзади нас осталась гостиная, совмещенная с кухней. Мы прошли чуть дальше. С левой стороны можно увидеть просторный санузел, который включает в себя всю необходимую сантехнику. А если повернуть направо, пойдемте посмотрим вторую спальню. Во второй спальне мы с вами можем увидеть, как я уже сказал раньше, двухспальную кровать и диван, который разбирается. То есть только в этой комнате 4 спальных места. Также наличие большого просторного шкафа, в который поместится, ну я не знаю, огромное количество вещей. Я сам туда, наверное, помещусь. И огромная, я бы сказал, королевская спальня с очень интересным дизайном. Очень интересное дизайнерское решение, немного необычное для Турции. Огромная двуспальная кровать king size. Огромный шкаф. Кстати, обращаю ваше внимание на то, не помню, говорил или не говорил, что все спальни, то есть обе спальни и гостиная, оборудованы кондиционерами, телевизорами, техникой. Все это в квартире есть. Я повторюсь, если говорил уже, прошу прощения. Также можно увидеть панорамные окна и большой балкон. Пойдемте посмотрим. Второй балкон, который в несколько раз больше, чем балкон гостиной. Открывается также замечательный вид. И сразу хочу сказать, кто спросит, что балкон выходит на дорогу, то нет, шумно здесь не будет, так как у этого дома отличная шумоизоляция, потому что при его строительстве были использованы самые лучшие, самые дорогие материалы. Поэтому нет, не переживайте, шумоизоляция хорошая, шумно никому не будет.
Ну что ж, друзья, мы с вами посмотрели квартиру планировкой 2+1 в замечательном комплексе с бассейном, как вы уже могли видеть, который находится всего в 150, максимум 200 метрах от моря. У кого какие-то сомнения, просто вот посмотрите туда. Рулетку брать, читать я не буду, но можете поверить мне на слово. Здесь не больше 200 метров. Квартира очень замечательная. По поводу цены, по поводу детальной подробной информации, вы можете обратиться по номеру, который вы сейчас увидите на своем экране. Вы можете написать комментарий, ответим на любые вопросы, с удовольствием поделимся с вами полезной информацией, с удовольствием с вами пообщаемся. С вами был Никита, компания Arbat Homes. Всем хорошего настроения, всем пока, до скорых встреч!